Привет всем! Вы на канале CryptoDasha. Сегодня в обзоре поговорим снова о проекте Tron Gladiator. У меня уже был один обзор на этот проект, и теперь посмотрим, как они развиваются и что нового и интересного у них планируется. Напомню, что на своем канале я делаю обзоры на криптопроекты и никогда никого не призываю инвестировать. Я просто делаю обзор, а куда инвестировать и сколько, решайте только вы сами. Итак, кто не видел мой прошлый выпуск о проекте Tron Gladiator, напомню, что это проверенный смарт-контракт, где базовая дневная ставка составляет 5% плюс 0,05% на баланс контракта за каждый 1 миллион, 250% всего ROC и реферальный бонус 12% P2P на 10 уровнях. То есть реферальная программа, где можно, продвигая Tron Gladiator, зарабатывать еще больше TRX. Чтобы начать зарабатывать в этой сети, необходимо иметь депозит и быть активным игроком, так как Tron Gladiator – это контракт на игру с окупаемостью инвестиций, по которому выплачивается фиксированный ежедневный доход в размере 5% за каждый депозит, который сделан с привлечением сообщества, так как это децентрализованный фонд сообщества, где вся власть находится в руках участников, который также зарабатывает через реферальную систему, которая платит за депозиты, а также за автоматические повторные депозиты, а это на минуточку 35% от снятой суммы. Автоматический повторный депозит будет заблокирован до тех пор, пока вы не достигнете 250% от внесенной суммы на момент создания повторного депозита. Повторные депозиты можно разблокировать быстрее, делая больше ручных депозитов, чтобы сократить время, которое необходимо для достижения пороговых значений разблокировки. Также Tron Gladiator на самом деле добились больших успехов, а именно 2 миллиона TRX депонированы полностью. Это очень весомая вещь. Следующая их цель, к которой они стремятся, это 3 миллиона TRX. Всего за 17 дней уже более 2 миллионов депозитов и 442 игрока, получающих 5% ежедневно. Это самый безопасный договор на блокчейне, только для серьезных игроков, занимающихся долгосрочными выигрышами. Напомню, что минимальный депозит составляет 400 TRX, а минимальная сумма вывода составляет 200 TRX. Также у проекта есть активное сообщество в Twitter, Telegram, Facebook, Instagram, TikTok и YouTube канал. Присоединившись, всегда можно быть в курсе всех новостей и можно следить за развитием проекта. Вся подробная информация есть в описании под видео. На этом мой обзор подошел к концу. Всем спасибо за просмотр. Подписывайся на мой канал, пиши комментарии и увидимся в следующем видео. Всем пока!